Ну вот, запись прошла. Здравствуйте. Так, и давайте. Так, и уберу я видео. Вот, чтобы я мог писать лучше, удобнее. Так, опа. Вот. Так, ну что, значит, у нас с вами продолжение курса. И прежде вопрос такой, есть ли, может быть, ко мне вопросы какие-то? Ага, ну вопросов... Извините, а можно такой организационный вопрос? Да. Я вот, может, пропустила, а когда у нас все-таки контрольная работа? Да, значит, это я собирался как раз сказать, хорошо, что вы спросили. Значит, у нас контрольная работа, она запланирована вот когда. Это первая неделя четвертого модуля. Первая неделя четвертого модуля. Но я посмотрю, наверное, мы там сможем просто на вот в это время, когда лекция будет у нас, вот, чтобы нового времени не придумывать, сделать просто контрольную работу. Вот, ну и, собственно, и все. Вот, я подготовлю варианты, ну и подготовлю какие-то задачи примерные, вот, какие могут быть на контрольной работе. Ну а в целом на контрольной работе ожидается, что будут задать, ну, примерно такие, как на семинарах решали. Так. Понятно, да, вот с этим? Так. Значит. А вот она будет очная? И как у нас вообще там в четвертом модуле будет очная? Да, онлайн или офлайн, да? Значит, да. Давайте. Онлайн или офлайн, да? Теперь это вот таким модным словом называется. Вот, значит, помните, я опрос делал, спрашивал вот мнение тех, кто ходит на курс, как вообще проводить наши занятия. Вот, и получились вот такие результаты опроса. За офлайн, вот, офлайн, что написал, офлайн, вот, один человек только высказался по лекциям. Вот, значит, это лекция. Значит, вот, неважно, да, то есть и то годится. Там, по-моему, 4 человека. А онлайн все остальные, ну, там 32 ответа есть, значит, 32 минус 5, это что у нас получается? 27, да? Вот, 27 человек высказались за онлайн. По, значит, семинарским занятиям, значит, семинары, там вот как получилось. Здесь 7, здесь 5, значит, соответственно, 20 человек высказались за то, чтобы вот онлайн. Но вот, вот этих пятерых можно и сюда добавлять, и сюда добавлять. Но даже если сюда, все равно 12 против 20. Вот. И еще получилось так, что 65% вот тех, кто вот из этих 32, кто ответил, сказали, что не смогут приходить на занятия офлайн. Вот, то есть вот такой вот вариант, если мы занятия будем офлайн проводить, мы 2/3 примерно слушателей потеряем в этом случае. Вот, поэтому пока ориентируйтесь на то, что онлайн. И ну, ничто пока не предвещает вот такой ситуации, что будет какая-то группа даже офлайн, потому что у нас, видите, как получилось, у нас 2 курса, то есть у нас 2-й, 3-й курсы, вот, курсы, вот, курсы. И время разное у всех, вот. Если бы у нас стояли семинары хотя бы в одно время, да, можно было бы попробовать одну группу делать офлайн, но вот технически это сложно. Можно, но тогда это вам все сильно испортит с расписанием. Вот я думаю, будет жутко неудобно. Вот. Поэтому пока вот давайте так, ориентируемся, что у нас остается все онлайн. Вот. Сегодня как раз вот у меня на факультете спросили, как мы планируем. Ну, я написал вот тоже эту ситуацию еще раз,
объяснил, что у нас происходит. Вот. Если вот никаких действий, наверное, специальных не предпринимать, наверное, останется тогда онлайн. Вот. Но если что-то изменится, я вам сразу скажу. Так. Да, спасибо. А вот насчет все-таки контрольной, я не очень поняла. Она тоже онлайн. Да. Да. Уточнить на всякий случай. Да, значит, контрольная, конечно, онлайн. Ну, я к вам в гости не поеду. Вы, я думаю, тоже вот на одно занятие странно будет тут приезжать. Вот. Пока предполагается так, что там за несколько минут до начала контрольной работы я выложу варианты, значит, будут варианты работ, вот, плюс распределение вариантов. Да? Вот. И, значит, потом одно занятие, ну, по факту не 1:20, там, наверное, 1:30, а может даже оно и побольше получится. У вас будет времени на то, чтобы эту работу написать. Вот. Заданий там планируется, ну, обычно 5-6 вот, на контрольную работу. Больше, я думаю, смысла нет делать. Ну, задания обычные, то есть по духу, ну, такие, как вы на семинарах решали, ничего там сверхъестественного не буду я составлять. Вот. Ну, а потом будет Google форма, вот, куда можно будет работу загрузить. Ну, а мы проверим, и результаты узнаете. Ну, и если нужно будет просмотр работы устроить, ну, это уже... Вот если это потребуется, ну, придумаем что-нибудь. Вот сделаем просмотр работы, там договоримся по времени. Угу. Так, ответил на вопрос вот про контрольную работу? Да, спасибо большое. Все ага. Понятно. Ну, я какой-то вариант предварительный, вот задачи, какие там могут быть, постараюсь составить в ближайшее время, выложить. Просто не совсем еще понятно, что мы успеем изучить, и какие-то темы смогу я включить или не смогу включить в контрольную работу. Вот. Ну вот, такой вот примерно план. Так, значит, с этими вопросами тогда что, разобрались? Да, думаю, что всем все понятно. Понятно. Ну, если что, вы спрашиваете, вот, всегда есть почта, вы можете на почту написать, и кто... Мне, кстати, писали несколько человек на почту, спрашивали, вот, я на эти вопросы ответил, вот, ну, вот, оно вот так. Так, значит, ну что, тогда двигаемся дальше, вот, и дальше у нас с вами история вот какая. Я хотел вам рассказать про исчисление. Вот. Ну и тут возможны варианты, потому что исчисления можно задавать по-разному, и они бывают разные. Вот одно исчисление я вам в прошлый раз на слайдах дал краешком глаза увидеть гильбертовского типа. То есть классическое, да, классическое исчисление вот, гильбертовского типа. Это вот как. Значит, когда много аксиом возникает, вот, и мало правил вывода. Ну вот, я не буду это исчисление рассказывать в случае исчисления высказываний, но вы можете посмотреть. Там в папочке в нашей есть такая книжка, называется Model Logic. Вот. Ну, соответственно, там Model Logic PDF, может, там имена, наверное, имена там написаны авторов еще в начале. Вот, авторы это, значит, Александр Васильевич Чигров и Михаил Викторович Захарьящев. Вот. Значит, книжка, она вроде бы по модальной логике, ну, даже не вроде бы, она просто по модальной логике. Но первая глава вот этой книги, она как раз посвящена классической логике. Там рассматривается классическая логика. И там строится исчисление, и как раз вот исчисление вот такое, гильбертовского типа. И вы можете вот классическую логику вот в таком духе там тоже посмотреть. Вот. Написано очень аккуратно, очень все подробно.
Английский язык, ну, поскольку оба автора русскоязычные, наверное, будет понятен очень. Вот построение фраз, оно такое вот, ну, как-то русский язык, наверное, больше отражает, чем английский-английский, который. Вот. Значит, оба автора – это известные логики, и очень-очень аккуратно там все хорошо написано. Поэтому вот, если хотите, посмотреть. Значит, другое исчисление, вот это исчисление, когда Йенсеновского типа, вот, значит, исчисление Йенсена, вот, я про него расскажу. Оно более удобно на практике, потому что там как раз получается вот как. Там мало аксиом, но зато очень много правил вывода. И вот в таком исчислении работать удобнее. И вот если реально строить выводы, посмотреть, как все это происходит, вот здесь будет более удобная история, вот я поэтому про него и расскажу. Ну и прежде покажу еще одно исчисление. Вот оно у нас за даром просто получается. Это исчисление эквивалентности. Вот исчисление эквивалентности. Вот. Вот с него и начнем, я про него сейчас расскажу, а потом посмотрим исчисление Йенсена. Но интересно нам будет не это, то есть это пока такая вот предварительная работа в логике высказываний, потому что цель у нас будет более интересная, это логика предикатов. Вот. Да, прошу прощения, у кого-то микрофончик включен, вот. Посмотрите, пожалуйста, сейчас я... А, все, я увидел, я сейчас отключу. Вот. Угу. Так, значит, ну вот, такой примерно план. Ну, а вот то, что касается исчисления предикатов, вот там уже будут интересные вещи, там мы посмотрим, вот будет интересный разговор про теории, вот, ну, про формальные теории, но формальные теории, они отражают то, что происходит вот в математических теориях, которые, может быть, мы не всегда описываем формально-логически. Ну, в общем, посмотрим. Вот. Ну что, тогда поехали. Значит, вот исчисление эквивалентностей. Мы с вами в прошлый раз разбирали понятие равносильности. И вот это понятие мы определяли через таблицы истинности. То есть две формулы равносильны, если у них одинаковые таблицы истинности. И вот у нас возникло много законов разных, но из этих законов выделяют основные, некоторые основные, там их не так много, давайте я их воспроизведу. Значит, основные равносильности. Основные равносильности. Вот. Значит, устроены они так. У нас вот если есть формулы две, А и Б, то есть закон, который говорит, что А и Б равносильно тому, что Б и А, да, коммутативность и конъюнкция. Есть ассоциативность конъюнкции. Вот. Значит, это у нас будет А и Б и С. У нас есть закон идемпотентности. Вот. У нас есть закон дистрибутивности. Значит, конъюнкция дистрибутивна относительно дизъюнкции. Значит, А и Б или С равносильно тому, что А и Б или А и С. Дальше. У нас есть закон поглощения. А или А и Б. Оно равносильно тому, что просто у нас есть А. Дальше. У нас есть закон Де Моргана. Если мы возьмем отрицание конъюнкции, мы получим дизъюнкцию отрицаний. Вот. И у нас есть вот такой закон снятия двойного отрицания. Сюда впишу. Дальше. Аналогичные законы для дизъюнкции. Значит, вот, наверное, я напишу, что коммутативность дизъюнкции, ассоциативность дизъюнкции, идемпотентность дизъюнкции. Здесь дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции, то есть аналогично устроен закон. Закон поглощения, давайте закон поглощения напишу. Значит, А
и А или Б, это тоже равносильно А. Вот, закон Де Моргана, ну, второй закон Де Моргана, давайте тоже напишу явно, равносильно тому, что ни А, ни Б. Вот. Ну, и у нас еще есть импликация в языке. Вот импликацию можно убирать, вот как это будет отрицание А или Б. Вот. Вот это то, что называют основными равносильностями. К ним еще вот хорошо бы добавить две. Это вот какие. Значит, если мы возьмем А и не А, то это будет ложь. То есть это, да, все равно, что пустая у нас дизъюнкция. Ну, а если мы возьмем А или не А, вот в этом случае у нас будет тождественно истинная формула, то есть можно считать, что у нас константы истины. Вот. И вот, значит, возникают у нас вот такие вот равносильности. Мы с вами в прошлый раз поняли, что вот это вот отношение является отношением эквивалентности. Вот. Но помимо того, что вот это вот отношение эквивалентности, для него более сильные условия выполняются. Можно делать вот какую штуку. Можно делать замену эквивалентных вот внутри формулы. То есть, вот если у вас, значит, что получается? Давайте так напишем. Утверждение. Вот если у вас формулы А и Б равносильны, вот, то тогда получается. Ну, давайте я напишу, вот, значит, что у нас происходит. Вот мы можем взять формулу А и в ней сделать вот какую штуку. Некоторую переменную P заменить на формулу C. Вот, и в этом случае у нас получается формула, равносильная тому, что мы в формуле B эту же самую переменную заменим на эту же самую C. Вот. Ну, я думаю, что вот эта вот история, она вполне себе очевидна, потому что когда мы вместо переменной подставляем одну и ту же формулу, вот, у нас получается, что функции, которые описываются вот этими формулами, они будут одинаковые. Ну и получается, что, конечно, формулы получатся равносильны. Поэтому, ну, доказывать тут, в общем-то, нечего. Это у нас получается несложное вот упражнение. Вот. Ну, а еще одно утверждение вот какое. Давайте я его тоже сюда добавлю. Значит, вот если у нас есть две равносильные формулы, то есть снова формулы А и Б равносильны, то тогда вот что мы можем сделать. Мы можем в какой-то формуле С заменить переменную P на А, а можем в этой же формуле С заменить переменную P на B. И формулы тоже получатся в этом случае равносильными. Вот. Ну, тоже я не буду доказывать строго. Очевидная, я думаю, совершенно история. Если формулы равносильны, они описывают, то есть у них одинаковые таблицы истинности, да? Если мы теперь будем вот на это смотреть как на функцию и на это смотреть как на функцию, конечно же, здесь функции получатся в этом случае одинаковые. Вот. Ну и получается, что по определению просто вот эти формулы оказываются равносильными. Вот. Так вот, что мы с вами в результате можем сделать? Мы можем сделать вот какую штуку. Значит, мы можем заменять вот здесь вот в формулах, значит, одни формулы на равносильные этим формулам. И тогда будут получаться снова равносильные формулы. Ну и помимо вот этих вот правил добавляют вот еще два. Это вот какие. Значит, итак, правила. Правила. Значит, правило. Замена. Значит, первое. Это замена под формулу на эквивалентную.
Дальше. Следующее правило. Вот оно какое. Если у нас получена равносильность А равносильно Б, то тогда мы можем получить из нее Б равносильно А. Значит, правило читается... Извините, можно повторить вот первое? Замена подформулы на эквивалентную? На эквивалентную. Ну, эквивалентную вот этой подформуле. Понятно, да? Значит, это вот какая история. Это вот то, что происходит, ну, вот здесь. Вот смотрите. Получается, что вот на это как можно посмотреть? Что вот мы формулу А, вот эту вот, которая стояла вместо П, заменили на эквивалентную ей формулу Б. Вот. Да, понятно. Понятно, да, что происходит? Вот. То есть под формулу можно заменять на эквивалентную, но важно вот что в этих правилах, я немножко забегу вперед, что вот если мы взяли верные законы и будем применять к этим верным законам вот такие правила, мы снова будем получать верные законы. Вот. Ну и тогда смотрите, вот эта вот замена, да, под формулу на эквивалентную, она из верного закона будет позволять получать верный закон. Вот здесь какая-нибудь. Вот. Значит, и еще одно правило вот какое. Если у вас А равносильно Б, ну или эквивалентно Б, Б равносильно С, то в этом случае мы можем получить вот что, что А равносильно С. Вот. Других правил нет. И вот если мы возьмем вот основные равносильности, значит, основные равносильности, плюс вот эти правила, то мы получим некоторое исчисление, и вот это вот и будет исчисление эквивалентности. Давайте я так это напишу. Это равно исчислению эквивалентности. Вот. Что это за вот такой объект получился? Смотрите, здесь вот в этом исчислении уже нету у нас таблицы истинности. Я вернусь назад. Смотрите, вот те эквивалентности, которые написаны, это просто написаны некоторые соотношения между формулами. Это записи. Да, мы знаем, что по таблицам истинности здесь получаются одинаковые функции. Тем не менее, на них сейчас становится возможно смотреть просто как на записи. И никаких таблиц истинности, смотрите, здесь не присутствует. Вот. Вот эти правила, они чисто синтаксические. То есть тоже мы можем вот применять вот эти правила, не заглядывая в то, что там происходит в таблицах истинности. И получается вот такая вот история без семантики, то есть просто синтаксис. Мы одни выражения преобразовываем в другие выражения. Но мы уже пишем вот такой вот значок между формулами. Просто три черточки. Вот. Ну и что у нас получается? Вот с помощью вот этих вот основных равносильностей и правил, которые здесь есть, можно получить вот что. Я тоже сформулирую, но я думаю, очевидная будет история, что любая булева формула может быть приведена к, ну а тут варианты есть, к DNF и к KNF. Вот. То есть мы можем любую булеву формулу или к тому, или к другому виду привести. Ну почему так? Смотрите, что нам дают вот эти вот основные равносильности. Во-первых, мы можем избавиться от импликации, так? Поэтому у нас импликации не будет. Дальше, за счет законов де Моргана, мы можем с вами проносить отрицание внутрь, да? То есть, получается, до переменных мы его внутрь пронесем. Попутно от двойных отрицаний мы с вами избавимся, то есть двойных отрицаний не будет. Ну, а дальше, если мы хотим привести к ДНФ, нам нужна дизъюнкция конъюнкции. То есть нам плохо, когда конъюнкция действует на дизъюнкцию. И вот за счет вот этого вот закона мы можем с вами что сделать? Вот избавиться вот от этой ситуации. Ну, а если к КНФ мы хотим приводить, тогда вот тут закон надо соответствующий использовать, который должен быть вот на этом месте. Вот.
Ну и, значит, вот попутно нам не важно, как мы скобки расставляем, одинаковые формулы мы можем убирать правильно, и порядок вот записи конъюнктивных и дизъюнктивных членов, он нам здесь не важен. Вот что нам дают вот эти вот законы. Вот. И тогда получается, что применив вот эти законы именно в таком порядке, как я сказал, мы получим, соответственно, D на F, да, если вот один закон дистрибутивности будем применять и K на F, если другой закон дистрибутивности. Вот. Но на самом деле, значит, можно усилить, что любая булева формула может быть приведена к совершенной D на F и к совершенной K на F. Вот. И, значит, что тогда получается? Получается, что вот что такое совершенная ДНФ, совершенная КНФ? Это когда у вас в ДНФ каждый дизъюнктивный член, то есть каждая элементарная конъюнкция, содержит каждую из переменных. Ну, а тут то же самое, только относительно каждого конъюнктивного члена. Вот. А извините, можно еще раз? А почему именно к совершенной может быть приведена? Да, к совершенной вот как. Значит, если у вас оказалось, что вот у вас есть какая-то, например, конъюнкция, да, вот я напишу, конъюнкция, и в ней не хватает какой-нибудь переменной, так, тогда вот эта вот конъюнкция, смотрите, как мы ее можем написать. Значит, мы можем что сделать? Вот эта вот конъюнкция, к ней можно всегда приписать, что получается? Значит, в качестве дизъюнктивного члена можно всегда приписать вот такую вот штуку, правда? Это, извините, не такую, а так, значит, у нас есть конъюнкция переменных, так, значит, я не прав. Сейчас. В качестве конъюнктивного члена всегда можно приписать вот такую вот штуку, правильно? А вот это вот у нас равносильно вот чему, смотрите. Вот мы берем эту конъюнкцию, и здесь у нас будет P или не P. Так? И вот в качестве этой P мы берем новую переменную, ну ту, которой нам не хватает вот в этой конъюнкции. Что мы тогда получим? Да, ясно. Да, мы вот, вы уже увидели все, да? И вот да, это... да, увидели. Угу. Или вот эта вот конъюнкция. Вот. И вот мы ее добавили. Поэтому получается, что к совершенной конъюнктивной нормальной форме, используя вот эти вот законы, мы тоже можем все это привести. И очень спасибо, хорошо, спасибо, что вы задали этот вопрос. Вот где работают вот эти вот два добавленных закона, они нам здесь нужны. Так вот, чем интересны совершенные вот эти вот формы? Они с точностью до порядка следования конъюнктивных и дизъюнктивных членов единственные. Вот. И получается, что когда вы приводите какую-то формулу к совершенной, например, дизъюнктивной нормальной форме, будьте уверены, она у вас будет единственная. И тогда получается очень интересная вещь. То есть мы получаем теорему о полноте для вот этого исчисления эквивалентности. Значит, теорема о полноте. Вот. О полноте. Как эта теорема будет звучать? Вот если формулы А и Б равносильны, А равносильно Б, да, то можно вот в этом вот исчислении эквивалентностей из А получить B. Ну, в каком смысле? То есть у вас A будет равносильно какому-то там C1, это будет равносильно C2 и так далее. Оно будет равносильно какому-то CK, а это равносильно B. Причем, вот каждую вот из этих равносильностей, да, вот можно вывести в исчисление эквивалентности. То есть каждая, ну, последовательно применяя правила вывода. Вот. Почему так? Но дело в том, что
А у вас будет равносильно некоторой совершенной, например, дедюнтивной нормальной форме. Б, поскольку она вот равносильно А, будет равносильно той же самой совершенной дедюнтивной нормальной форме. А поскольку из А и из Б мы эту совершенную дедюнтивную нормальную форму сможем вывести, ну и получится, что вот останется эти выводы просто соединить. И получается, что вот вам пример такого исчисления. Ну, оно довольно такое простое, да, на пальцах все здесь объясняется. Давайте я вернусь назад. Вот пример такого исчисления, когда вы можете доказать для любых двух формул, которые равносильны, доказать, что они равносильны, используя конечное число исходных положений, то есть аксиом, и используя вот вполне понятные правила вывода. Вот. Вот такая тут история. Вот что здесь происходит. Вот. Ну вот, это вот то, что мне хотелось вам рассказать про первое исчисление. Что нам это, кстати говоря, попутно дает? Давайте сделаю замечание о семантиках. Да? Значит, замечание о возможных семантиках для классической логики. Вот. Мы с вами что рассмотрели? Мы рассмотрели с вами таблицы истинности. Таблицы истинности. Ну, с ними, я думаю, все понятно, да? Вот, значит, вот еще одна семантика, которая рассматривается для вот логики высказываний, для классической логики высказываний, это теоретика множественная семантика. Теоретика множественная семантика. Вот. Как вот эта вот теоретика множественная семантика устроена? Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, что вот мы берем некоторое множество, ну, которое называют универсальным, ну, дайте я буду букву У писать, да, то есть это универсальное множество. Универсальное множество. В каком смысле оно универсальное? Мы рассматриваем элементы только из него. И вот никакие другие множества не рассматриваем. То есть, по сути, мы берем множество его подмножество. И тогда, значит, вот что мы можем ввести? Мы можем ввести понятие оценки. Оценка. Что она делает? Она переменной сопоставляет некоторое подмножество вот этого вот множества U. Значит, это некоторая функция, которая переменной P сопоставляет, ну, вот какое-то подмножество x, да, принадлежащее множеству подмножеств вот это вот. То есть, что мы делаем, по сути? Мы интерпретируем переменные как множество. Вот. Вот что происходит. Ну, а дальше получается, что мы вот эту вот оценку можем теперь распространить на все остальные связки. Распространяется вот. Ну, f от константы ложь – это просто пустое множество. F от конъюнкции – это вот что такое. Это просто пересечение. То есть конъюнкцию мы интерпретируем как пересечение. Вот. Дизъюнкцию мы интерпретируем как объединение. Так, не равносильно, а равно. Значит, это у нас будет... Вот так. Вот. Что там у нас еще есть? Отрицание, да? Нет, импликация. Значит, импликация интерпретируется вот как. Значит, А влечет Б. Это будет вот какая штука. Это мы должны взять дополнение, да? То есть У минус F от А. Вот так вот. Оп. Объединенная, поскольку да, с F от B. Ну и все, остальные связки мы через... То есть мы договорились, что у нас в языке остаются вот эти вот.
договорились. Давайте считать, что вот эти вот есть в языке, остальные мы через них можем выразить. То есть что у нас тут осталось? Отрицание осталось. Значит, отрицание А выражается как? Она равносильна тому, что А влечет константу ложь. Вот. И эквивалентность, значит, А эквивалентна Б, тоже выражается. Это А влечет Б. Вот. И Б влечет А. Вот. Поэтому, если мы задали оценку вот для вот этих формул, ну, для этих аналогичным образом нужно просто, ну, распространить в соответствии с равносильностями. Вот. И вот таким вот образом у нас получается определение оценки. Ну, пример, то есть вот частный случай, у нас оказывается, это как раз когда... давайте. Значит, пример. Нет. Это когда у вас множество У состоит из одного единственного элемента. Вот. Ну и давайте вот этот элемент я назову как-нибудь, неважно. Так вот он состоит из одного элемента А. Тогда что у вас такое будет? Множество под множество вот этого У. Да? Это будет пустое множество. И это будет множество, состоящее из вот этого элемента А. И тогда получается, что мы вот это вот можем понимать как ноль, а вот это вот можем понимать как единицу. И если мы возьмем вот на вот этом множестве, ну, будем рассматривать оценки вот такие, мы, по сути, просто будем получать разные строчки таблицы истинности. Вот. Значит, ну вот такая тут история получается. Дальше. Если, значит, это первый пример, да? Это первый пример. Второй пример, ну, это вот то, что называют, значит, круги Эйлера или диаграмма Эйлера-Вена. Это вот когда мы в качестве У берем плоскость. И тогда получается, что, ну, вот, если у вас есть P и Q, да, тогда вот во что это будет переходить? P будет переходить в некоторое множество, скажем, X, да? Вот Q будет переходить в некоторое множество Y, ну, а их конъюнкции будет соответствовать пересечению. Вот. Ну, вот такая тут происходит штука. Вот. Значит, и вот получается семантика, вот эта семантика называется теоретика множественная. Вот. Значит, я чуть позже сформулирую утверждение, которое касается этой семантики, как она связана с тождественной истинностью. Вот. Ну, а вот пока лучше еще один пример семантики. Значит, у нас будет мне тут куда вписать. Не особенно будет. Ну, давайте на новом слайде тогда напишу. Значит, еще одна семантика, ее называют алгебраическая семантика. Алгебраическая семантика. Вот. Есть такое понятие булева алгебра. Булева алгебра. Знакомое понятие вам нет, что такое булева алгебра? Не сталкивались? Ну, вроде бы было. Было, да? Ну, давайте я так немножко напомню. Значит, что у нас получается? У нас вот булева алгебра, такая вот структура, это что? У нас есть носитель, так? И у нас есть операции, ну, по-разному их обозначают, но очень часто обозначают, вот как мы обозначаем конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, что там получается? Ноль. Вот, единичка. Иногда сюда еще добавляют импликацию. Давайте я добавлю, потому что она у нас в языке есть. Вот. Добавляют импликацию. И вот эти вот операции, которые здесь есть, они должны удовлетворять некоторым условиям. Да? То есть должны выполняться, ну вот, да, причем выполняются
условия. Вот. И что за условия? И вот эти вот условия, я не буду их сейчас здесь перечислять, я вот так поставлю, значит, многоточие, но я сейчас поясню, где они у нас написаны. Нужно для всех элементов вот этого множества B написать, по сути, вот какую вещь. Нужно написать в точности вот эти вот законы, которые у нас выписаны. Вот отсюда и до конца, включая вот, вот эти два, которые вот тут внизу. При этом вот это вот понимается, это ноль, вот, в булевой алгебре, а вот это вот, это единица в булевой алгебре. Вот что должно произойти. И вот если вот эти все законы будут выполнены, ну, при условии, конечно, что вместо эквивалентности мы просто будем писать равенство. Потому что у нас алгебра, там функции, значит, соответственно, здесь элементы, они уже просто равны между собой. Вот. И, значит, вот если эти условия будут выполнены, вот которые там я красным выделил, то получается, что вот это множество B с вот такими операциями будет булевой алгеброй. Вот, вот какая у нас получается, да, здесь семантика. Ну, примерно тоже надо привести. Вот, пример. Ну вот самый простой пример булевой алгебры, это получается множество 0,1 с операциями, ну вот конъюнкция, дизъюнкция, импликация, отрицание, да, как мы их выводили. Там все вот эти вот условия будут выполнены. Почему? Ну у нас все эти равносильности, конечно же, есть. Вот поэтому первый пример, он здесь вот очевиден. Второй пример, значит, если вы возьмете множество U и рассмотрите множество всех подмножеств, да, то есть P от U, ну вот, для множества U. Что у вас получается? У вас в этом случае тоже получается булевый алгебр, как это ни странно. То есть вот эта вот семантика теоретическая множественная, да, это просто получается частный случай вот булевых алгебр. Вот. Ну и вот как здесь оценка, да, вот производится на булевой алгебре. Ну давайте оценка, ну понятно. Значит, оценка в этом случае, это что такое будет? Это будет функция, которая переменной сопоставляет, то есть переменной P сопоставляет некоторый элемент A, который принадлежит вот этому множеству B. Ну и дальше понятно, то есть у нас конъюнкция интерпретируется вот этой операцией, дизъюнкция вот этой, отрицание вот этой, ну они так здесь и названы. То есть каждая вот связка у нас интерпретируется той операцией, которая имеет такое же обозначение в булевой алгебре. Вот. Ну и вот что получается. В результате мы можем получить значение для любой формулы, если у нас оценка есть. Вот. Так. Понятно ли, о чем я говорю? Достаточно вот таких вот объяснений, потому что я строгие сейчас определения, как в случае теоретика множеств, не буду выписывать. Я просто один пример напишу, вот, скажем, как для конъюнкции это будет выглядеть. Для конъюнкции это будет выглядеть вот так. Значит, это f от a и f от b. Только вот это i, оно понимается уже теперь как операция в булевой алгебре. А вот это просто конъюнкция, которая у нас есть в языке. Вот, ну и так далее. Вот. Ну и что у нас получается? Дальше получается вот какая штука. Значит, теорема. Теорема. Вот. Звучит теорема так, что следующие условия у нас эквивалентны. Следующие условия эквивалентны. Вот. Первое условие состоит в том, что формула А является тождественно истинной. Вот. Второе условие то, что
если у нас есть какое-то множество U, то для любой оценки, F, выполнено следующее. F от A будет равно всему множеству U. Вот. Это где? Это значит во множестве, вот в этом, во множестве по множеству, множество U. Ну и третье условие, это если мы булевую алгебру будем рассматривать, то там получается так, что для любой оценки F, F от A будет равно единице. Значит, это в булевой алгебре B. Вот. И смотрите, что получается. Значит, вот вместо того, чтобы рассматривать таблицы истинности, можно рассматривать множество, ну и вот говорить, что у нас, да, формула, вот вместо того, чтобы говорить, что она тождественна истинна, это означает просто, что вот ей в результате будет сопоставлено все множество. Ну и в булевой алгебре мы должны получить наибольший элемент, вот, единицу в булевой алгебре. Вот. Ну, доказательство тут несложное. Вот давайте я его в качестве упражнения тоже оставлю. Вот. Если у кого-то будут сомнения вот, по поводу вот этого упражнения, у вас есть, там оно занимает буквально строчек 10, наверное, печатного текста. Вот. Вот в конспекте у Льва Дмитриевича, это вот где он как раз рассматривает вот эти вот вещи. Сейчас я вам найду, сейчас я скажу. Значит, у него это называется, вот как, это теорема, теорема 1.79. Вот. И там у него доказательство приведено, но я думаю, тут и так все понятно. Вот. Вы и сами справитесь, вот это упражнение. Вот. Значит, что нам это дает? Вот интересно, что дает. А вот что. Значит, когда у нас формула какая-то А тождественна истинна, ну и вот если, скажем, она имеет вид эквивалентности, давайте, значит, я другим цветом напишу. Вот если у вас А, это вот что такое. Это какое-то Б эквивалентно С. И вот эта формула оказалась тождественно истинной. Это же выполняется, то есть вот эта формула тождественно истинна, когда Б просто равносильно С. Так? И тогда, вот если вот это вот у вас формула А, и F от этого А, у вас все множество U, да, все множество U, тогда получается, вот что здесь будет? Чему будет у нас соответствовать вот эта вот эквивалентность? Она будет просто соответствовать тому, что множество, которые вы сопоставите формулам B и C, просто равны. А с учетом того, что конъюнкции мы сопоставляем пересечение, дизъюнкции мы сопоставляем объединение, отрицание мы сопоставляем дополнение во множестве U, значит, вот этому пустой дизъюнкции мы сопоставляем пустое множество, но это нам не сильно будет интересно. Получается вот что. Если вы на языке теории множеств вот с использованием пересечения, объединения и дополнения запишете какой-то закон, этот закон оказывается справедливым тогда и только тогда, когда будет тождественна истина, вот какая формула. Надо буквы для множеств вот, понимать в этом случае как просто булевские переменные. Вот и все. И вот смотрите, что получается. Ну, например, вот у вас есть формула. Теперь синим буду писать. Что вот P и, скажем, Q или R равносильно тому, что P и Q или P и R. Вот. Это верное равносильно. Так вот, этой формуле соответствует для множеств какое утверждение? Вот я просто перепишу, смотрите, под ним только буду множество писать. X пересеченное
с y объединенным в z равно, значит, чем x пересеченному с y объединенному с x пересеченным z. Вот. Значит, здесь у нас p и q и r понимаются как переменные вот, в некоторой булевой функции, то есть у нас есть формула, да, вот, и мы можем вычислять ее значение. А здесь у нас x, y и z понимаются как буквы, которые обозначают какие-то множества. И вот смотрите, равносильность вот такая вот, она выполняется тогда и только тогда, когда мы произведем соответствующую замену, и будет выполняться вот такое равенство множества. Вот. Поэтому получается, что вот вместо того, чтобы доказывать равенство каких-то множеств, вы можете по этому равенству построить просто булевую формулу, да, и показать, что то, что получилось слева, и то, что получилось справа, это две равносильные формулы. Вот такая тут история. Вот. Так, ну вот понятно, о чем я здесь говорю? Да, вроде все верно. Ну, то есть все понятно. И понятно, да? Ну, вот такая тут красивая штучка получается простая. Так, ну тогда смотрите. Значит, если вот эти вот вещи ясны, давайте двигаться в сторону исчисления вот в форме Генсона. Значит, итак, следующий у нас раздел – это исчисление высказываний. Вот. Ну, точное название такое, в секвенциальной форме, да, в секвенциальной форме Генсона. Форме Генсона. Вот. Ну, я предлагаю посмотреть, что там происходит. Вот. Ну, а в полный рост вот, мы уже посмотрим это потом в логике предикатов, потому что там мы получим интересные следствия вот, для математических теорий. Значит, здесь вот важным понятием будет понятие секвенции. Поэтому я должен дать определение. Определение. Немножко по-разному это делают. Я буду следовать тому варианту, который вам доступен вот в тех файлах, что выложены в нашей Google папке. Ну, если где-то отклонюсь немножко, то не сильно, но я постараюсь вот все-таки не отклоняться, ну, а чтобы, если вы в тексты заглянете, чтобы оно соответствовало тому, что я расскажу. Вот. И что такое секвенция? Вот, секвенция. Это вот что такое. Это выражение. Выражение вот какого вида. Значит, у нас есть два конечных множества формул. Гамма и дельта. Гамма и дельта. Ну и вот их объединяют в пару. Но принято обозначать эту пару так, что из гаммы рисуют стрелочку в дельта. Вот в конспектах, которые вы можете посмотреть, у Льва Дмитриевича вот такая стрелка нарисована. Иногда рисуют вот такую стрелку. Вот. Говорят, что из гамма следует дельта. Вот. Значит, что здесь такое? Значит, здесь гамма и дельта – это конечное множество формул. Ну и давайте я буду считать, что вот в языке, где есть конъюнкция, дизъюнкция, импликация и константа ложь, ну и, наверное, константа истина. Вот нам их более чем будет достаточно. Потому что что у нас остается? Отрицание, так? Вот. Хотя давайте отрицание тоже добавим. Отрицание.
Вот. Ну, а эквивалентность обычно все-таки ими добавляют. Вот в таком вот языке. Вот. Значит, как записывают секвенции? Ну, вот вместо того, чтобы писать, что вот из там φ1 и так далее, φn следует ψ1 и так далее, ψk, вот вместо того, чтобы так писать, значит, вместо вот этого пишут то же самое, только без фигурных скобок. То есть φ1, φn следует ψ1, ψk. И между формулами просто ставят запятые. Вот. Но вот такая запись, надо понимать, что она не совсем в нашем случае точна, потому что если мы вот в этой последовательности, которая тут получилась, поменяем две формулы местами, другая последовательность будет. У нас же множество. И поэтому вот фактически, если мы здесь поменяем две формулы местами, получается то же самое множество. Просто когда задачки будете смотреть, фигурные скобки почти везде будут отсутствовать. Вот. Так вот, это просто договоренность такая, не писать фигурные скобки. А фактически они есть, то есть фактически здесь и здесь множество, и порядок формул не имеет значения. Вот. Так вот, значит, это вот что такое секвенция. Но важно, как она понимается. Поэтому есть такая штука, как перевод секвенции. Перевод. Перевод секвенции. А из гамма следует дельта. Это формула. Это формула. Вот какая. Мы берем вот здесь вот конъюнкцию всех вот этих формул, то есть конъюнкцию всех формул из гамма. Берем дизъюнкцию всех формул из дельта и ставим импликацию от этой конъюнкции дизъюнкции. Значит, я напишу это вот так. Обозначают это следующим образом. Конъюнкция гамма, имеется в виду конъюнкция всех формул гамма, влечет дизъюнкцию всех формул вот это. Вот. Ну, здесь напомню, что значит, вот, если мы хотим рассмотреть конъюнкцию пустого множества, это просто в этом случае у нас константа истина. Дизъюнкция пустого множества – это у нас константа ложь. Вот. То есть, если множества вдруг оказались пустыми, мы все равно конъюнкцию, дизъюнкцию, формулу этого множества определяем, и определяем именно это. Вот. Значит, здесь, конечно, получится, что вот этот перевод определен неоднозначно. Значит, замечание. Замечание. Перевод определен с точностью до эквивалентности. С точностью до эквивалентности. Почему? Ну, дело в том, что когда мы берем конъюнкцию формул гамма, мы уже обязаны эти формулы выписать в каком-то порядке. И вот здесь, если мы выпишем вот эти формулы в другом порядке, это будет другая формула. Вот формально это другая формула. Но она будет эквивалентна вот той, где те же формулы выписаны в конъюнкцию в другом порядке. То же самое с дизъюнкцией. Вот. Ну и за счет того, что у нас есть закон коммутативности, конъюнкции, дизъюнкции, ассоциативности, понятно, что порядок не важен, и порядок расстановки скобок тоже здесь не важен. Поэтому, вот, когда перевод определяют, пишут просто вот так. Ну и нужно понимать, что вот этот перевод определен с точностью до эквивалентности. Так, ну я думаю, это все понятно. Да? Двигаюсь я дальше тогда. Так, значит, теперь нужно сформулировать исчисление. И вот здесь понадобится определить, что мы считаем аксиомами, что мы считаем правилами вывода, и вот как в этом исчислении из этих аксиом, с помощью этих правил, можно что-то выводить. Ну, поехали, давайте это сделаем. Вот. Аксиома. Итак, аксиома.
Аксиомы, их будет бесконечно много, но у них будет всего три вида. Значит, первый вид аксиом – это когда гамма фи, из гаммы фи мы можем получить фи и дельта. Да, тоже не сказал. Значит, вот множество, да, но с учетом того, что вот мы пишем формулы в последовательность, можно мыслить, что гамма – это вот какой-то список, и к нему приписали фи. Соответственно, здесь фи, дальше запятая, и список формул из дельта. Но и это понимается как множество, и это понимается как множество. То есть фактически мне надо было вот как написать, я внизу красным напишу. Гамма, объединенная с фи, вот так вот, да, из гаммы, объединенной с фи, следует фи, объединенная с дельта. Вот как должно бы быть формально. Так вот, я не буду так писать, я буду писать так, как принято традиционно это писать, через запятую. Значит, итак, вот одна аксиома. Ну, тут бесконечно много аксиом. То есть фи – произвольная формула, гамма и дельта – это произвольные множества. Дальше. Следующая группа аксиом вот какая. Если у нас есть гамма ложь, то тогда есть дельта. Ну и последняя такая. Если у нас есть гамма, то из нее следует истина и дельта. Вот так вот. Ну, содержательно это можно вот... А, вот в чате увидел сообщение, извините, если давно. Ага, это было... А это давно уже было сообщение. Да. Извините, я не всегда просто вижу, что в чате пришло сообщение. Вот. Если есть возможность, вы, пожалуйста... Да, про боль в алгебру еще было, спасибо. Вот. Если есть у вас возможность включиться с микрофончиком и сказать, пользуйтесь этим, пожалуйста. Вот. Ничего страшного, если вы меня перебьете... Если есть вопрос, просто включайтесь, задавайте его. Все нормально. Вот. Давайте поймем содержательно, что это означает. Смотрите, содержательно это означает, что из фи следует фи. Вот. И можно дополнительно еще какие-то аргументы сюда приписать, да, вот к посылке. Они ничему не помешают. И можно дополнительно в заключение какие-то дизъюнктивные члены приписать, потому что перевод-то означает, что здесь мы берем конъюнкцию, а здесь мы берем дизъюнкцию. То есть из фи следует фи, вот. Но в посылке можно что угодно добавить, а в заключение в качестве дизъюнктивного члена тоже что угодно можно добавить. Вот эти аксиомы, они вот что по сути означают. Из лжи следует все что угодно. А здесь истина, смотрите, следует из чего угодно. Вот что, по сути, здесь написано. Вот такие вот аксиомы. Теперь правила вывода. Правила вывода. Вот. Правила вывода вот какие. Их будет, они будут идти парами. И для вот каждой связки, а у нас что получается? Конъюнкция, дизъюнкция, импликация, отрицание. Будет две пары. И одна будет говорить вот про что. Когда у нас формула с соответствующей связкой, согласно правилу, появляется слева, то есть вот, вот в этой части, а другое правило для этой же связки будет говорить, как она может появляться справа. И вот мы сейчас вот, вот такого сорта правила напишем. Ну давайте, значит, сначала для импликации. Вот. Если у нас есть гамма, и у нас есть какая-то формула пси, из которых следует дельта. У нас есть, что из гамма следует фи и дельта. То тогда мы можем получить вот что. Значит, из гамма и фи влечет пси, следует дельта. Значит, здесь у нас, видите, импликация появилась в этом случае слева. Поэтому вот если мы захотим на это правило ссылаться, давайте так его и будем называть. Импликация слева. Импликация. Вот. Значит, соответственно, нужно правило, которое будет давать нам импликацию справа. Выглядит оно вот как. Если из гаммы фи следует пси и дельта, то из гаммы
следует, что фи влечет пси, дельта. Значит, это, соответственно, правило введения импликации справа. То есть вот справа появилась импликация, справа от знака секвенции. Дальше. Дизъюнкция. Значит, здесь правил, пара правил вот какая. Если у нас есть, что из гамма фи следует дельта, а также есть, что из гаммы пси следует дельта, то тогда мы можем вот что получить, что из гаммы и дизъюнкции вот этих форм фи или пси следует дельта. Вот. Ну и вот это правило введения дизъюнкции слева. Соответственно, справа вот как будет выглядеть. Если у нас из гамма получается фи, пси, ну и может быть еще что-то, то тогда мы можем сказать, что из гамма следует фи или пси. Вот, дельта. Ну, по модулю вот перевода, я думаю, тут вообще все понятно. Если мы вот эти формулы объединяем в дизъюнкцию, эти объединяем в дизъюнкцию, просто одно и то же будет. Вот, это дизъюнкция справа. Дальше. Если у нас гамма фи пси влечет, плохо говорю влечет, из вот этого множества следует вот это вот, тогда смотрите, значит, мы можем просто эти формулы объединить в конъюнкцию. Значит, будет вот так. И отсюда мы получаем дельта. Значит, это введение конъюнкции слева. Ну, а справа, значит, две посылки нам понадобятся наверху. Из гамма следует фи, дельта. Из гамма следует пси, дельта. И тогда мы можем сказать, что из гамма следует конъюнкция фи, пси, дельта. Это у нас получается конъюнкция справа. Ну и осталось у нас отрицание. Тут все просто. Значит, если из гамма следует фи и дельта, то тогда из гаммы не фи следует дельта. То есть мы перебрасываем вот эту формулу в посылку, но зато навешиваем отрицание. Очень похоже на закон контрапозиции. Значит, это отрицание появляется слева. Ну а справа, значит, наоборот надо сделать. Гамма фи, из гамма фи следует дельта, дает нам, что из гаммы следует не фи, дельта. То есть, ну, наоборот, перебросили, тоже похоже на этот закон. И здесь у нас будет отрицание, введение отрицания справа. Вот такие правила вывода. И смотрите, аксиом мало, а правил вывода много. Вот в таких системах, ну, технически работать, если выводы строить, удобнее. Вот. Ну, может, дело вкуса, потому что тут дело привычки. Но нужно еще понять, что такое вывод. То есть здесь, видите, как интересно получается. Мы не из формул получаем формулы, а мы из секвенций получаем секвенции. То есть мы говорим, сама секвенция говорит, что из чего следует. Вот. И, значит, соответственно, чтобы определить понятие вывода, нужно понять, как вот эти вот секвенции друг с другом теперь можно связывать в какую-то структуру, которую бы мы могли называть выводом. Ну, давайте это сделаем. Значит, определение. Определение. Вывод. Вывод секвенции. Секвенции. Из гамма следует дельта. Это вот что такое. Это конечное дерево. Так, дерево. Понятно ли вот это слово, что такое дерево? Из теории графов. Понятно. Понятно, все, было, да, просто вот тут. Да, было. Замечательно. Читал и этот курс, ну, не этот курс, вот эту тему осенью, и там вот студентам пришлось объяснять, что такое дерево, они не знали.
Вот, замечательно. Значит, это конечное дерево. Вершины этого дерева помечаются секвенциями. Значит, его вершины. Помечены секвенциями. Дальше. Значит, теперь нужно разобраться, как связаны они между собой и что будет в корне. Ну, поехали. Значит, корень. Корень помечен вот этой вот секвенцией. Секвенции из гамма следует дельта. Вот. Дальше. Листья аксиомами. Аксиомами. Вот. А с остальными вот что происходит. Вот. А секвенции в остальных вершинах включая, кстати, корень. Давайте я напишу, включая корень. Включая корень. Корень. Получаются. Из секвенций, помечающих непосредственных предшественников, по одному из правил вывода. Вот, длинно очень получилось. Ну, идея вот какая. Значит, смотрите. Вот у нас дерево, и внизу мы получили, что из гамма следует дельта. Да? Сама вот эта вот секвенция, она могла быть получена из какой-то секвенции, которая вот здесь. Эти могли, например, быть получены из каких-то двух. Вот это, например, из какой-то одной, а вот это вот тоже из каких-то двух могла быть получена. Так вот, вот тут наверху должны стоять аксиомы. 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 Вот. А вот здесь, вот, когда мы переходим вниз, мы применяем вот к предыдущим какое-то правило вывода. Здесь применяем какое-то правило вывода. Вот к этим двум применяем правило вывода, получаем то, что внизу, ну и так далее. Ну, а правила вывода у нас устроены вот как. Давайте я вернусь назад. У нас либо две посылки, смотрите, вот две посылки наверху, да, где? Вот тут две посылки наверху, вот здесь две, ну и все. А все остальные наверху одна секвенция и внизу одна секвенция. Поэтому дерево получается, ну, вот какого-то такого сорта. То есть ситуация, когда у нас вот так вот, например, да, такая ситуация невозможна, потому что трех посылочных правил у нас нет. То есть вот такой ситуации у нас быть не может. Вот. Ну и вот, значит, давайте пример. Пример. Вот. Ну, например, вот возьмем аксиому вот такую вот, да, там, P, Q влечет, значит, из него следует Q. Из P следует P, можно просто так приписать Q. Тогда смотрите, вот из этих двух мы можем получить вот что. Что из P, ну и дальше тут что получается? P следует Q. P следует Q. Мы получаем Q. Это какое мы правило применили? Значит, у нас импликация возникает слева в этом случае. Значит, импликация слева. Ну, а теперь что мы можем сделать? Мы, например, можем вот эти вот две соединить в конъюнкцию. Тогда у нас получится P и P влечет Q. Вот отсюда мы получим Q. Это мы их соединили в конъюнкцию. Дальше.
Вот эту вот мы можем, например, перебросить вот туда, но отрицание навесить. Значит, что у нас получается? P и P влечет Q. Дальше не Q. Отсюда следует уже пустое получается множество. Это получается мы отрицание тоже слева. Вот. Эти можем опять в конъюнкцию соединить, ну и так далее. И вот если мы вот здесь остановимся, тогда у нас какая структура получается? Вот были две аксиомы наверху. Мы применили правило, получили вот эту вот секвенцию. Применили вот это правило, получили вот эту вот секвенцию. Применили еще одно правило, получили нижнюю секвенцию. И получилось вот такое вот дерево вывода. Вот. Ну и вот это дерево вывода и называется выводом секвенции. То есть вот у нас вот это вот понятие. Вот что такое вывод секвенции. Так вот, дальше терминология такая. Секвенция называется выводимой. Секвенция выводима. Выводима. Если для нее существует вывод. Вот. Ну и вот это вот слово выводимо и вообще понятие вывода, оно связано с другим понятием математическим, с понятием доказательства. Поэтому вот здесь иногда говорят так, доказуемо. Вот. А вот это вот слово вывод, оно содержательно означает доказательство. Вот. И вот если вы посмотрите, как вы в математике доказываете, ну, вот какие-то теоремы, что при этом происходит. А вот это и происходит. Вы применяете какие-то правила вывода. То есть вот вы знаете вот такое утверждение, вы знаете другое утверждение, применяете какое-то разрешенное, да, законное по каким-то причинам правило вывода и говорите, а значит я могу сделать и вот такой вот, вот такой вот вывод. Вот. Другое дело, что вот в математических теориях, ну, там не ограничиваются вот этими 8 правилами, может быть, еще какие-то используют. Все это можно, конечно, аккуратно вот описать, узаконить, объяснить, почему можно такие правила применять. Но суть вот какая. Сам дух, вот что происходит, он примерно вот такой. То есть мы из имеющихся положений, вполне понятных, из каких-то аксиом, ну, а иногда не из аксиома, а из каких-то гипотез, вот, выводим какие-то другие положения. Так вот, гипотезы, их можно вот понимать, что вот мы тут сделали это предположение, а то, что вот тут оказалось, это то, что мы получили. Можно еще вот так на это смотреть. Вот. Ну и в результате получается, что вот возникает понятие вывода в логике, которое соответствует понятию доказательства в математической теории. И что открывает, вот какую возможность оно открывает, это вот какую. Не только доказывать какие-то вещи, но еще и доказывать, что какие-то вещи доказать невозможно. Вот. Смотрите, как интересно. Не просто доказывать, а доказывать, что какие-то вещи доказать невозможно. Почему это становится возможно? Вывод – это же, по сути, формализация доказательства. Значит, нет вывода – это означает, что нет доказательства. То есть мы не можем вывести, то есть не можем доказать. И вот это вот мы потом увидим в логике предикатов, вот в теориях, основанных на логике предикатов, что это означает для конкретных теорий. То есть оказывается, в некоторых теориях некоторые вещи доказать невозможно, хотя нам хотелось бы понять вот ответы на некоторые вопросы. Ну и в том числе вот теорию множеств, я думаю, посмотрим. Вот. Ну вот такая тут штука. Значит, нам с вами... Да, у нас время закончилось. Значит, нам с вами на этом сегодня придется остановиться. Вот. Ну и то, что мне осталось рассказать про вот секвенции, про исчисление секвенций, вот как оно связано с тождественной истинностью, ну и тут ожидаемая вполне будет вещь, будет теорема о полноте. Вот. То есть я покажу, как доказывается вот какая штука, что
секвенция выводима тогда и только тогда, когда ее перевод является тождественной истиной. Вот. Ну, несложно там это доказывать, посмотрим. Вот. Ладно, тогда на сегодня лекционный материал, давайте считать, закончен. Вот. Есть ли ко мне какие-то вопросы? Давайте отключусь. Нет, вроде бы, спасибо. Понятно все, да? Ну, все, да, я хотел вам еще сказать одну вещь. Значит, я там выложил новое домашнее задание. Вот, хочу ваше внимание обратить вот на что. Значит, там последняя задачка, она потребует внимания. То есть она не очень легко решается. Но это зависит от того, насколько глубоко там некоторую теорию удастся разобрать. Вот, связана теория с файлом, вот, который семинар 8.9 под буковкой «Г». Вот. Если достаточно глубоко вот эти задачки разберете, то вот эта вот последняя задача, она очень легко решается. Если вот глубоко не разберетесь, с ней придется, скорее всего, серьезно повозиться, поэтому не откладывайте вот в данном случае домашнее вот это задание, не откладывайте на последний день. Последняя задачка может потребовать времени больше, чем обычно. Вот. Ну вот. Так вот. Ну, а другие там простые. А это вы про шестое домашнее задание? Седьмое. Вот которое я выложил сегодня, седьмое. Хорошо, спасибо. Вот. А шестое там вроде все более-менее легко должно быть шестое. Просто не видела, что седьмое выложили, поэтому... Ну да, 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 я его сегодня выложил, поэтому вы еще, наверное, не успели просто посмотреть. Ну вот просто хотел предупредить, что там задачка есть, которая может времени потребовать немножко больше обычного. Может, не немножко, не знаю. Вот. Ну, вот все. Так, ну все тогда, да, заканчиваем. Честно, вот. А можно еще вопрос? Да, конечно. Вы в самом начале упоминали какую-то книжку по модельной логике. Ага. Вот, а можете еще рассказать, как она называлась? Вы, по-моему, сказали, где ее можно найти. Значит, книжка выложена в Google папке. Вот. Дайте я сейчас эту Google папку у себя открою, посмотрю. Точно она там лежит, а то я вообще... А вот я вроде смотрю, ее здесь нет. Сейчас, я посмотрю. Да. Итак, вот у нас материалы. Так, ищу. А, вы знаете, правда нету, спасибо. Я не вижу ее почему-то. Я вам выложу ее, значит... Это, значит, я просто промахнулся, вот, не в ту папку положил. Да, действительно, не вижу. Я выложу. Значит, книжка называется «Model Logic». Вот, авторы Чигров Александр Васильевич, Захарьящев Михаил Викторович. Вот. И сейчас я выложу сразу, как только мы с вами закончим лекцию. Да, спасибо. Появится. Посмотрите, книжка хорошая, она написана двумя очень хорошими логиками. Ну, единственное, английский там, ну, я думаю... Сложности не вызовет. Так, может, еще вопросы какие есть? Так, ну, судя по всему, вопросов пока нет. Ну что, тогда спасибо всем, кто пришел. Удачи вам. Ну и встретимся через неделю. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Да, до свидания.